Так, всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, если таковые имеются. Напишите, слышно, видно ли меня на экранах больших и не очень гаджетов, имеющихся у вас в руках. Так, слышно и видно, супер. Ну что, давайте немного начнем с вами диалог, да, поговорим о том, что мы сегодня будем делать? Продолжим наше знакомство в чате, перекличка регионов. Это поможет нам, спикерам, понять, кто сегодня присутствует. Ну и, в общем-то, мы с вами познакомимся обязательно. Меня зовут Анастасия Фурка. Я являюсь специалистом по продуктовой коммуникации wellness в странах СНГ. И сегодня я с радостью запускаю региональное обучение wellness, которое будет рассчитано на три каталога. Каталог номер 3, каталог номер 5 включительно. И мы пройдемся по всем материалам Академии Wellness. Это три ключевых материала. Тренинг «Продукты Wellness», где мы говорим о компонентном составе, о преимуществах каждого продукта, где мы отвечаем на ваши вопросы с точки зрения продуктовой грамотности. И, соответственно, второй тренинг – это бизнес-wellness, где мы остановимся на аспектах построения бизнеса. Мы поговорим о методах работы с wellness, о том, какие 4 шага к успеху с wellness есть и как мы рекомендуем по ним шагать. И, в общем-то, в рамках тренинга «Бизнес-велнес» мы также проведем с вами и велнес-сессию. То есть все три материала нами будут опробованы. Пишите в чате, кто вы, откуда вы, да. Вот так сейчас строится Академия Wellness. То есть у нас есть те блоки, о которых я только что сказала. Если разделить их структурно, то можно сказать, что на wellness-сессию можно, нужно приглашать, рекрутировать. Это наша визитка нашей wellness-категории. Можно коротко, емко, ясно, понятно рассказать о продуктах, дать продегустировать и узнать личные предпочтения. И это, конечно же, два материала углубленного такого изучения, которые мы рекомендуем менеджерам, директорам и выше для того, чтобы, самим лучше научиться разбираться в категории, и, б, учить по этим материалам свои структуры. Это очень удобно и очень комфортно. Итак, если мы говорим, о чем тренинг будет «Продукты Wellness» в целом, да, то это, соответственно, тренинг для, как я сказала, партнеров бренда и лидеров компании, которые хотят знать продукт, знать его ключевые преимущества и уметь, ну, что ли, рассказывать о них просто легко и с удовольствием. Безусловно, это первая часть, никуда от нее не денешься, если вы хотите строить бизнес wellness. Что мы получим в рамках этого тренинга целиком? Да? Целиком в нашем случае это значит в течение 3 ближайших вебинаров, начиная с сегодняшнего. О чем мы будем говорить? Мы, естественно, остановимся на нашем уникальном позиционировании как наших продуктов, так и нашего бренда в целом. Да? Мы поговорим о том, что такое здоровый образ и красота по-шведски. Мы будем делать акцент на преимуществах и уникальных свойствах нашего продукта. И, конечно же, остановимся на такой важной теме, как безопасность продуктов wellness и их эффективность. Также, что немаловажно, материал создавался нашими профессиональными нутрициологами и диетологами. Соответственно, в рамках этого тренинга у нас есть информация не только о, как я уже сказала, уникальностях и преимуществах продукта, но еще и удобоваримая, приятная, комфортная, легкая в исполнении дубликации информация о нутрициологии в целом, о ключевых макро- и микронутриентах, что очень приятно. И эта информация вшита в информацию о наших продуктах.
Возможности для этого тренинга есть уникальные для вас. Я думаю, их нужно подчеркнуть, как для лидеров, желающих расти. У вас у всех есть свои структуры. И в рамках вот этого обучающего такого контента, который вы готовите для ваших структур, в рамках информации, представленной в Академии Wellness, у вас есть уникальный формат и возможность использовать эту Академию, что называется, сделать ее под себя. В каком смысле? Вы можете давать ее как целиком, так и какими-то частями, потому что вы сегодня обратите внимание, что каждая часть, вот у каждого продукта есть определенная вот своя часть, выделенная в Академии, и, соответственно, вы можете составлять эти части по вашим запросам. Это очень удобно с точки зрения понимания ценностей и понимания запросов вашей ключевой команды. Ну и мы вот в рамках сегодняшнего этого представления, я уже сказала о ключевых преимуществах самого тренинга, о ключевых преимуществах нашей работы, вот такой региональной, сейчас скажу. Но самое важное, что в этом региональном обучении у вас будет еще дополнительная возможность сделать чекап своих знаний после прохождения материала. Как вы это сможете сделать? На третьем вебинаре проекта, это будет, если мне не изменяет память, 2 марта, мы дадим вам ссылки на тест. Почему ссылки? Потому что какие-то ссылки будут переведены коллегами на локальный язык, и будет подготовлен тест по материалам этого тренинга, пройдя успешно который, вы сможете скачать себе сертификат с подписью всех спикеров этого тренинга. Вот такая крутая новость. Это будет не одна, в общем-то, ну, такая фишка этого обучения. Я вам обещаю, что их будет много приятных сюрпризов. С точки зрения информационного насыщения вы будете сыты, что называется, на все 100%. Ну и с точки зрения того, что вы будете использовать наши продукты, это то, тоже даст вам сытость, легкость и быстроту запоминания знаний на 100%. Вопрос был по поводу, где скачать сегодняшние материалы. Будем дублировать ссылку в рамках этого тренинга. Вот сейчас она на ваших экранах представлена. Я буду выкладывать на наш Google Диск отдельно, повебинарно, что называется, материалы данного тренинга. Также всю информацию можно найти на сайте в разделе «Обучение», «Академия Wellness», «Продукты Wellness», ссылка на весь тренинг. И уже буквально в ближайшие 2 дня коллеги обновят этот тренинг в соответствии с полученными рекомендациями. Ну и записи материалов, да, полный комплект, так сказать, по одному тренингу вы будете получать на следующий день после проведения тренинга, потому что нам нужно время на, так сказать, обработку этого видео в рамках ProofMe и дальше, в общем-то, выкладывание на YouTube. Все записи тренингов будут представлены на YouTube-канале. Ну что ж, переходим к теме сегодняшнего дня. О чем мы поговорим сегодня? И сразу расскажу о, в общем-то, правилах эффективной работы на вебинаре. Что важно понимать, да? Так как сегодня присутствуют, насколько я поняла, активные партнеры, я видела там уровень разный, да, процентный уровень от 9 и выше, то есть у нас такой лидерский состав с прицелом на быстрый, скорейший рост в рамках лестницы успеха, поэтому, чтобы сегодня вы получили и вообще в рамках этого курса вы получили максимум из возможного, давайте сосредоточимся на ключевых правилах. Что значит? Это значит, что в рамках нашей работы, когда мы начнем непосредственно презентацию, сосредоточьтесь на презентации, сосредоточьтесь на каких-то ваших пометках в рамках тетради, я не знаю, записной книжки, ну вот, без такого акцента на то, что вы просмотрите видео. Видео – это замечательно, но важно, чтобы вы получали и вы были включены в информационный поток здесь и сейчас. В чат мы будем включаться, безусловно, нам как спикерам это нужно, вам как участникам вебинара это нужно, потому что
мы хотим сделать наше онлайн-обучение максимально интерактивным. Поэтому в чат мы включаемся по запросу. Да? Если это требует ситуация, соответственно, есть запрос от спикера, есть формат времени вопросов и ответов и так далее и тому подобное. Если у вас есть вопрос, то в рамках сегодняшнего тренинга, я думаю, вы читали анонс, вы понимаете, о чем мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о философии wellness, о наших преимуществах. И в части продуктового портфолио мы остановимся на портфолио наших продуктов питания, соответственно, это серия Natural Balance. Поэтому сегодня для этого вебинара актуальны вопросы по продуктам серии Natural Balance. Все остальные продукты и ответы на вопросы про остальные продукты вы получите в рамках последующих вебинаров. Так мы сделаем нашу коммуникацию максимально комфортной, максимально эффективной. Можете писать их в чат, но главное одним сообщением. Если боитесь, что его могут упустить, обратите внимание на верхний правый угол, там есть специальный раздел «Вопросы», туда вы можете также адресовать эти вопросы. В рамках всего, в общем-то, нашего сегодняшней встречи мы с коллегами будем отвечать на вопросы в чате, но и у каждого спикера будет небольшое количество времени выделено на ответы вживую для вас. Спасибо огромное, что продолжаете. Так, девушки, я попрошу вас сейчас включить конференция. Включить ваши камеры, и я хочу представить всех моих сегодняшних соведущих. Итак, сегодня на тренинге со мной будут работать тренеры по продукции, менеджеры по продуктовой коммуникации. Прекрасные мои соведущие – это, я надеюсь, сейчас пойдут бурные аплодисменты в чате, несмолкаемые, мы их услышим, обязательно увидим. Итак, девушки, я вас приветствую. Бегаим Аскарбекова, Кыргызстан, тренер по продукции Oriflame Кыргызстан. Это Айгерим Жалжанова. Несмотря на то, что она отвечает за коммуникацию в Казахстане, за продвижение категории wellness and skincare в Казахстане, сейчас локально она находится в Украине. Так что мы приветствуем Айгерим в Украине. Вот. И тренер по продукции Oriflame Казахстан Олеся Ерзина. Приветствуем вас, девушки, в рамках сегодняшней презентации именно... Вот наша команда сегодняшняя Wellness представит для вас первый вебинар блока «Продукты Wellness». Итак, я переключаюсь в режим презентации, и мы с вами начинаем нашу работу. Стоп, не туда. Куда-то я подключилась. Вот. Юху, да, круто. Какие, как это, мега-смайлы пошли. Итак, мы начинаем. Сегодня, как я сказала, останавливаемся на двух частях этого тренинга. Это Wellness by Oriflame и высококачественные линейки продукции в разделе «Продукты питания». Ну что же, я с удовольствием передаю слово своей коллеге Бегаим Аскарбековой, которая начинает этот тренинг и откроет его первой частью Wellness от Oriflame. Бегаим, тебе слово. Добрый день, дорогие партнеры. Настя, почему-то, если я включаю микрофон, то... Камеру. Не нажимай на микрофон отдельно, включай просто камеру. Люди Wellness, спасибо огромное, Нарине, за это обращение. Мне очень оно понравилось. Wellness-люди. Вот, все. Спасибо огромное. Добрый день, дорогие партнеры бренда Oriflame. Как вы меня слышите? Давайте немножко проверим связь, ставим плюсики. Как ваше настроение? Я очень рада, что выпала честь с вами сегодня встретиться. Все, отлично, связь есть. Спасибо огромное. Добрый день, добрый вечер. У нас, например, уже вечер. Ну что ж, давайте будем говорить по теме, про наши продукты. Мы родом из Швеции, и красота как для нас как образ жизни, да, и это наше позиционирование, которое основывается на комплексном подходе к красоте, объединяющем в себе
правильное питание, здоровый образ жизни, ежедневный уход за кожей и самовыражение, которое можно осуществить и которое успешно мы делаем каждый день с помощью нашей разнообразной декоративной косметики и трендовых аксессуаров. Oriflame предлагает целый образ жизни, и эта красота создана в Швеции. Wellness от Oriflame – это как здоровый образ жизни. Вместе с нашими продуктами Wellness мы предлагаем ежедневные пищевые добавки, программы, которые основаны на науке и природе. И сбалансированное питание, здоровый образ жизни каждый день. И это и есть наша концепция Wellness, осуществить которую на самом деле очень легко и просто с помощью продукции Wellness. Ну что ж, ну и говоря о простоте, хотелось бы сказать про доступность. Про доступность в том плане, что это не просто продукты, да, это сопровождающие программы, инструменты, где, становясь партнером Oriflame, где вы можете получить доступ к этим знаниям, да, которые помогут вам получить основные знания, навыки, чтобы работать с категорией Wellness вам было очень легко и просто. Это обучение сопровождающее, где партнер Oriflame может пройти различные тренинги Академии Wellness. Ну и, конечно, это сообщество, где как партнер вы можете быть частью сообщества. И вот как раз-таки сообщество – это, наверное, наше одно из главных преимуществ, где есть ваши единомышленники, где есть люди, которые интересуются этим вопросом, где кто-то интересуется очень профессионально, глубоко, да, и на самом деле это очень ценно. Ну и говоря о природе, да, поскольку Oriflame родом из Швеции, то при разработке наших продуктов нас вдохновляет сама природа, лес и море. Например, астаксантин, продукт, который вы сейчас видите на экране у меня в руках, при создании этого продукта вдохновение черпали на шведских архипелагах, в шведских лесах. И чернику, что в составе этого продукта, астаксантин и экстракт черники, да, чернику, что в составе этого продукта, собирают в шведских лесах, да. Ну что ж, это было о природе, и давайте сейчас мы с вами поговорим про прогрессивность. Про прогрессивность. Когда мы начинаем говорить именно про эту часть, когда я дохожу до этих слайдов на тренингах, мне очень гордостно говорить об этом, и мне сегодня повезло говорить об этом. Хотелось бы сказать и больше подчеркнуть про нашу научность, нашу научную базу, насколько она у нас мощная. Наука – это очень такая важная часть для нас, и команда Wellness, которая стоит за созданием наших продуктов, это высококвалифицированные ученые, это доктора наук, это нутрициологи, диетологи, это биохимики, которые все вместе работают над созданием продуктов. Научные и медицинские консультанты Wellness at Oriflame – это всемирно известные высококвалифицированные специалисты, у которых за спиной многолетний опыт работы в области здравоохранения, в области здорового образа жизни. И именно поэтому мы можем делать такие научно обоснованные заявления при разработке продуктов, при разработке именно продуктов Wellness. Ну и если говорить, если показывать, да, если в лицах, то вы видите сейчас на своих экранах наших экспертов. Эта группа экспертов представляет и объединяет три важных глобальных департамента Oriflame. Это центр исследований и разработок, это маркетинг и это поддержка продаж. Ну и позвольте представить их вам. Кэролайн Куминс из центра исследований и разработок. Она занимает должность менеджера по научной коммуникации в Центре исследований и разработок в Дублине, в Ирландии. Присоединилась в Oriflame в 2019 году, и она дипломированный нутрициолог и имеет степень магистра наук о питании человека. Имеет степень бакалавра пищевых наук и диплом об окончании курса цифрового маркетинга. Следующая – Изабелла Ли.
Изабелла занимает позицию старшего научного сотрудника по вопросам питания в отделе глобального маркетинга в стокгольмском офисе в самой Швеции. И Изабелла присоединилась в Oriflame в сентябре 2019 года. Она нутрициолог, имеет лицензиант в области пищевых наук. Лицензиант – это... Ну, такая научная степень, да, в некоторых странах, можно так, если проще говоря. В области пищевых наук и питания ей также принадлежит диссертация «Цельнозерновые продукты из ржи, влияние их на аппетит человека и на метаболизм». Да, это очень такой важный момент. Дальше. Она имеет степень магистра наук о питании человека и степень бакалавра пищевых наук. И является автором, соавтором 5 рецензируемых исследовательских работ на темы аппетита и метаболизма. Ну и следующий наш эксперт – это Марлен Норландер из отдела поддержки продаж. Марлен, она является старшим глобальным тренером по продукции wellness в отделе поддержки продаж и в главном офисе Стокгольма в Швеции. Она стала частью Oriflame в июне 2019 года, является дипломированным диетологом и имеет степень бакалавра и степень магистра наук о питании человека и диетологии. Извините. Также ее специализация в области спортивного питания, у нее есть сертификат массажного терапевта и диплом спортивного инструктора. Похлопайте, встречайте, да, вот здесь пошли смайлики. Спасибо огромное за реакцию. Ну и продолжая тему научности и нашей научной базы, хотелось бы сказать, что Oriflame разрабатывает свои продукты в тесном сотрудничестве с шведскими научными партнерами. Вы их видите на экранах, такими как StickStand, да, ну, о нем мы поговорим немножечко чуть позже, чуть ниже. Университет Лунда, который был основан в 1666 году, представляете, и входит в число 100 лучших университетов мира. И как раз-таки профессор StickStand был назначен профессором кардиотеракальной хирургии в университете Лунда в 1997 году. Университет Упсалы старейший в северном регионе университет, который основан был в 1477 году, и который также входит в число 100 лучших университетов мира. И, кстати, доктор О'Келли Мелл, который имеет непосредственное отношение именно к продукту астаксантин экстракт черники, он как раз-таки из Упсалского университета изучал действие астаксантина. Да? Ну, вот такие вот, можно сказать, факты гордости. Следующий слайд. Продолжая о тему нашей научности, конечно, мы не можем не сказать про научный центр в Игилюсе. Это научный центр, который известен во всем мире как центр инноваций, куда регулярно приезжают ученые, врачи, исследователи и куда стремятся попасть, да, лучшие студенты, которые учатся именно в сфере науки. И лучшие из них, кстати, могут остаться работать в этом исследовательском центре Гелиоса. В этом центре как раз-таки происходит разработка клинических методов и инноваций. И также важным компонентом работы здесь является изучение питания. И мы можем сказать про этот центр, что родина коктейля Natural Balance и протеинового комплекса, именно вот можно считать этот центр. Следующий слайд. Ну и, конечно, здесь мы можем поговорить про Стига Стена. Ну, всем известно, что основатель научного центра Гелиоса, он является
создателем коктейля Natural Balance и протеинового комплекса. Да, мы все знаем историю о том, что, как создавался этот коктейль, для кого он изначально был предназначен. Да, мы знаем, что этот коктейль не был коммерческим продуктом, да, а изначальная цель этого продукта была как помощь, да, тем людям, которые перенесли такие вот операции, как пересадка органов. Да, и после чего, после того, как выяснилось, как хорошо он помогает восстановиться, быстрее прийти в себя, этот коктейль именно Stixten попробовал на здоровых обычных людях и увидел, как они энергично себя начали чувствовать, как у них увеличились показатели, да, состояния организма. Мы можем сказать, что опыт в медицине у Stixten более 35 лет и автор около 150 публикаций в медицине на сегодняшний день. Продолжая тему, завершая, точнее, да, тему научности и, собственно, мое выступление, не могу не сказать про качество и безопасность наших продуктов. Это, пожалуй, самый такой... один из самых моментов, один из наших конкурентных преимуществ. Да? Wellness от Oriflame, мы всегда стремимся его предоставлять в виде высококачественных продуктов, и можем сказать, что наши продукты, они придерживаются очень многих строгих правил. Да? И если немножечко конкретно поговорим о каждой из них, то наши продукты, они основаны на шведском научном и нутрициологическом опыте. Мы используем только натуральные ингредиенты, мы не используем консерванты, искусственные красители, ароматизаторы. С уверенностью можем сказать, что это продукты без ГМО. Используемый нами рыбий жир, он сертифицирован ассоциацией Friend of the Sea. Да? Таким образом, мы соблюдаем именно вот экосистему. Да? Можно сказать, что вот эта организация, она сотрудничает со многими рыбными хозяйствами. И, то есть, здесь не нужно думать. Один раз на тренинге мне задали вопрос, это что же получается? Вы, значит, в морях и в океанах вылавливаете все время рыб и получаете из них омегу-3. Да? Ну, это на самом деле не так, потому что для нас вопрос экологичности – это один из важных глобальных вопросов. Супы Natural Balance, они получили лицензию на использование торгового знака, логотипа веганского общества, да, у нас есть такой вот значок веган. И вы знаете, когда я изучала, только пришла в Oriflame, изучала эти вопросы, для меня казалось, ну, веган, что это такое? Всего лишь сертификат, который подтверждает, что продукты, тот или иной продукт Wellness не содержит там ингредиенты животного происхождения, да, ну, на самом деле это очень такой известный, это очень крутой знак в Европе, да, и его получить на самом деле не так легко, и очень много инстанций приходится проходить, очень много получить бумаг, документов, подтверждений, прежде чем получить вот этот вот логотип веганского общества. И мы еще можем сказать, что наши продукты отвечают высоким стандартам качества, включение внедрения системы стандартов ХССП. Вот, например, наша страна, Кыргызстан, после того, как вошла в таможенный союз, да, очень многие компании, которые занимаются производством именно пищевых продуктов, начали именно отвечать вот этим вот стандартам ХССП. И это на самом деле круто. Ну и... сертификат GMP, который тоже отвечает качеству нашего продукта, да, и является одним из самых таких вот необходимых моментов. Ну и наши продукты очень легко и удобно потреблять, и они становятся частью нашей повседневной жизни, потому что wellness-индустрия, она... На самом деле сегодня очень одна из таких главных трендовых направлений и очень необходимых. И я бы сказала, что в нашей жизни wellness действительно заслуженно занимает такое вот большое место. Ну что ж, я благодарю вас всех за внимание и передаю слово моей коллеге, менеджеру по поддержке продаж категории Wellness и Skincare Oriflame Казахстан Айгерим Жолшанова. Она вам расскажет о высококачественной линейке продуктов Oriflame. Айгерим. Привет, Бегаим.
Пока один добрый день, СНГ. Да, я подключилась. Да, вначале так очень весело пошутила Настя о том, что я нахожусь на Украине. На самом деле я нахожусь в Казахстане, в Алма-Ате. Это просто когда ты регистрируешься на профи, почему-то всегда уже на протяжении очень долгого времени выходит, что я нахожусь на Украине. Но на самом деле я была на Украине, я была в Киеве не один раз. Надеюсь, что мне удастся попасть туда еще раз. Мне очень там понравилось. Добрый день всем, я рада всех приветствовать, и на самом деле хочу сказать вам огромное спасибо, потому что, несмотря на то, какое у вас сейчас время с утра, утро, день или ночь, тем не менее, вы находитесь сейчас у экранов ваших ноутбуков, у экранах ваших телефонов, вы нашли время для того, чтобы полтора часа потратить на то, чтобы послушать информацию. Возможно, кто-то из вас слышал, возможно, кто-то нет, но, тем не менее, я думаю, информация всегда не бывает ненужной, она всегда бывает полезной, кому-то учитель приходит вовремя, кому-то информация заходит вовремя. Поэтому никогда не бывает много обучения. Внимательно слушайте. Обязательно, Оля, приеду. Ждите. И давайте мы сейчас поговорим с вами об интересном. Да, мы поговорим с вами о нашей линейке продуктов. Почему важно употреблять белок? Что такое нутриенты? Какие они бывают? Да, ну, потихонечку обо всем по порядку. Итак, среди ассортимента Oriflame на самом деле мы предлагаем в категории wellness продукты питания и пищевые добавки. И поэтому очень важно здесь понимать, что относится к продуктам питания, что к пищевым добавкам. И, наверное, один из немаловажных фактов – то, что на самом деле пищевые добавки нам нужны как дополнение к нашему питанию, к нашему правильному питанию. И я больше чем уверена, что те из вас, кто на регулярной основе потребляет продукты wellness, уже приняли для себя решение, что wellness – это не ежедневный продукт. Wellness, вернее, это не употребление на месяц, на два или три. Это образ жизни. И те из вас, кто на самом деле приняли это как образ жизни, видят, какой результат до употребления продуктов wellness и какой был до этого, до и после, соответственно. Поэтому здесь основное, особенно для тех консультантов, кто приходит в компанию Oriflame, кто начинает работать с продуктом wellness, очень важно бы с самого начала вы принимали решение, что wellness – это образ жизни, что прием пищевых добавок – это нужно, потому что, к сожалению, ассортимент и те продукты, которые представлены на прилавках наших магазинов, они еще желают оставлять лучшего. Поэтому очень важно рекомендовать правильно наши пищевые добавки. И ни в коем разе мне очень хочется сразу, особенно для тех консультантов, кто недавно присоединился в компанию Oriflame, сказать о том, что, пожалуйста, не говорите о том, что пищевые добавки от компании Oriflame помогают излечиться от того или иного заболевания, что это лекарственные изделия, что... Я не буду сейчас какие-то страшилки говорить вам, но, тем не менее, очень хочется, чтобы мы давали правильную, корректную информацию. Ведь не забывайте о том, что вы консультанты компании Oriflame, и одно ваше неправильное слово, одно не ваше неправильное оброненная фраза о том, что wellness излечивает какого-либо заболевания, может повлиять на нашу индустрию в целом, на наши продажи не только в странах СНГ, но и во всем мире. Поэтому есть очень правильное понятие. Продукты питания и пищевые добавки. И давайте посмотрим, да, о том, прежде чем говорить о каждом из продуктов, давайте поговорим о пользе нутриентов. Что такое нутриенты, чем отличаются макронутриенты от микронутриентов? Нутриенты, на самом деле, это питательные вещества, которые нужны нашему организму каждый день. И, как я уже сказала ранее, не всегда нам удается правильно, соответственно, питаться для того, чтобы наш организм функционировал. Если мы говорим с точки зрения макро- и микронутриентов, то макронутриенты говорят сами за себя от слова «макро», с греческого перевод «что-то большее». И поэтому они квалифицируются, именно считаются в граммах. Это белки, это углеводы, это жиры, это клетчатка. Это то, что нам дает энергию на ежедневной основе. Если мы говорим с точки зрения микронутриентов, это те питательные вещества, которые необходимы нам также на ежедневной основе, но уже в миллиграммах. Это витамины, это минералы, это антиоксиданты и другое. Поэтому в этом и есть разница между микро- и макроэлементами. Да, и давайте пойдем дальше и посмотрим о том, какая же есть польза нутриентов. Белок. Мне кажется, что если бы еще лет 15-20 назад спросили бы абсолютно любого человека, скажите, пожалуйста, для чего нужен белок? У людей было бы такое, знаете, такой ступор, и все бы говорили, белок, ну, белок, наверное, это мясо, да? Но на самом деле, наверное, еще лет 20 назад еще никто не понимал о том,
насколько важен белок в нашем ежедневном рационе, насколько белок играет важную функцию тогда, когда мы говорим о белке, потому что это строительный материал для наших клеток. Да, это строительный материал, который нужен нам на ежедневной основе. И когда кто-то из нас говорит о том, что я себя не очень хорошо чувствую, обратите внимание, сколько белка ежедневно вы съедаете. И скажите мне, пожалуйста, ну тут, по-моему, на слайдах уже видно, да, какие продукты содержат белок. Да, это мясо, это рыба, это молочные продукты, это бобовые и орехи. Потому что раньше, если мы посмотрим, считалось всегда, что белок – это только рыба, это только мясо, это только курица. Но никто из нас никогда не думал о том, что это еще и бобовые, о том, что это орехи и семена, которые так, содержат белок, который нам нужен. Так зачем же нам нужны белки, да, если мы поговорим об этом? Белки на самом деле играют огромную роль в построении наших. А кто-то пытается ко мне залезть в эфир? Нет? Окей. В создании наших клеточек, да, какие-то клеточки умирают, какие-то клеточки начинают новую жизнь, и тем не менее, для того, чтобы клеточки у нас появлялись новые, нам нужен белок. И он нам нужен на ежедневной основе. И, конечно же, понятие белка, сколько нужно белка ежедневно, оно у всех разное. Но, тем не менее, посмотрите, пожалуйста, на слайд, мне кажется, здесь все четко и явно видно, какую огромную роль белок играет в координации нашего организма, насколько белок влияет на нашу иммунную систему, на работу нашего мозга, на работу наших мышц, на работу наших костей и так далее. Во всем этом нам нужен обязательно белок. И поэтому могу сказать, что в большинстве из нас очень часто многие клиенты или многие консультанты, когда общаешься с ними и спрашиваешь, как ты думаешь, а какое количество белка тебе нужно ежедневно? Конечно же, консультанты компании Reflame, которые давно сотрудничают и работают с компанией Reflame, они уже знают формулу, да? Это так же, как и вода. Мы говорим о том, что на ежедневной основе нам нужно употреблять минимум 30 мл воды на килограмм веса. Если мы говорим с точки зрения, сколько же нужно нам употреблять белка, то это 0,8 грамм, примерно 0,8-1 грамм на килограмм веса. То есть, грубо говоря, если вы весите 60 килограмм, вам примерно нужно около 60-0,48 грамм ежедневно. И, конечно же, мы должны понимать, что суточная норма, она у всех разная. И Всемирная организация здравоохранения, она рекомендует, особенно тем людям, кто занимается спортом, употреблять от 1,2 до 2 граммов ежедневно. Поэтому, когда мы говорим, сколько нужно употреблять на ежедневной основе на белка, нужно спрашивать обязательно у вашего клиента, у ваших знакомых, как часто или как они занимаются часто физической нагрузкой. Занимаются ли они вообще физической нагрузкой, да? Это молодой или взрослый, это подросток или это ребенок, потому что мы понимаем, что количество белка для детей, для кормящих мам, для взрослого поколения, оно гораздо выше для того, чтобы укреплять мышечную массу тела, да? А для нормального человека, еще раз повторюсь, как говорит Всемирная организация здравоохранения, достаточно 0,8 грамм на ежедневной основе. Поэтому именно вот на этот параметр нужно опираться обязательно, когда вы общаетесь с клиентом. Очень частый вопрос, какое время нужно употреблять? Вы знаете, здесь на самом деле, конечно же, есть очень разные мнения, и мы можем смотреть на разные источники, в какое время нужно употреблять, как часто нужно употреблять. Я могу сказать из собственного опыта, что мой ежедневный рацион начинается с утра белков. То есть именно белок я употребляю больше всего на завтрак. Да, но это мое решение, это моя ответственность, и, так скажем, я для себя такое приняла. Мы, конечно же, как компания рекомендуем, чтобы вы распределяли в течение дня, потому что если мы посмотрим, так скажем, обычную жизнь советского человека, то с чего начиналось наше утро? Это творожок, это кашка, в обед супчик, может быть, второе, компот, да, какой-то полдник и на ужин что-то еще. То есть у всех был разный рацион питания. Но, тем не менее, мы все-таки как компания говорим о том, чтобы вы распределяли в течение дня правильно ваш белок. То есть если вы с утра не хотите белок, распределите его на обед, на ужин. Да, но все-таки, тем не менее, очень важно, чтобы белок у вас был в течение всего дня. То есть четко посмотрите, вот мы сейчас покажем прямо на табличке, каким образом выглядит. А мы показываем пример, как может выглядеть употребление белка в течение дня. Мы не говорим, не берем, что это за аксиому, но, тем не менее, это общая рекомендация, каким образом вы можете спланировать свой день. И очень часто могу вам сказать, консультанты, когда проводишь какой-либо тренинг, спрашивают, ну дайте, пожалуйста, какую-то волшебную норму, волшебное правило, как нужно правильно питаться. Да? Нет волшебного правила, как питаться. Есть баланс, который нужно соблюдать. То есть белок должен быть на ежедневной основе.
Клетчатка должна быть на ежедневной основе. Вода должна быть на ежедневной основе. И вообще сам образ в жизни, он должен быть wellness. Поэтому здесь, как вы видите на картинке, вы видите такой вот четкий на самом деле баланс, да, что вы едите, какой вариант вы можете съесть утром, какой вариант вы можете предпочесть себе на обед. Конечно же, вы можете поменять, вы можете сделать разные варианты того, что вы едите. Но тем не менее, это мы как компания прилагаем как пример. Ваше право это взять или, соответственно, не взять. Сколько белка содержит одна порция коктейля? 70 грамм, если вы делаете на воде. Если, белка вы спрашиваете, 7 грамм. Поэтому вы смотрите здесь как вариант, да, и, конечно же, тут еще вопрос. Чем вы заправляете ваши салаты? Какое количество вы съедаете? Я могу вам очень хорошо порекомендовать такую программу, которая называется Fat Secret, которая пользуется на протяжении уже нескольких лет, когда вы закачиваете то количество еды, которое вы съели. И вы тогда четко сможете увидеть, сколько белка в день вы едите. Да, сейчас я уже сказала, да, о формуле, сколько нужно в день съедать примерно, поэтому попробуйте, вы увидите, что вы не доедаете белок. Честно, поверьте мне, я, когда начала тоже работать с этим приложением, я думала, что я съедаю достаточного количества белка, но когда я начала смотреть, сколько я съедаю, это помимо того, что я пила коктейли, ела суп, я не доедала, потому что я не знала на самом деле, да, энное количество лет назад, сколько я, правильно ли я ем, правильно ли я считаю количество белка. Вот посмотрите примерно, сколько должна, пример женщины, которая весит 60 килограмм и съедает 48 грамм белка в день. То есть посмотрите, сколько это примерно, да, это 240 грамм красного мяса. Или я не говорю, что это нужно съесть сразу, ни в коем разе, милые мои, не посмотрите сейчас на этот слайд и не подумайте, что это нужно все съесть сразу. Нет, это как вариант. Или 250 грамм сырой рыбы, или 210 грамм сырой курицы, или 5-7 яиц, да, или бобовые. То есть или. Вы сами выбираете вариант, потому что вы же не можете целый день сидеть только на мясе, либо целый день на рыбе. Конечно, кто-то может, но как вариант все-таки мы говорим за разнообразие, которое есть и должно быть в нашем рационе. Если мы говорим про белок, который содержится в продуктах Natural Balance, то это высококачественный белок. И посмотрите, я не буду сейчас повторять на картинке, потому что у вас видно на этом слайде, в каком продукте, какие продукты, какой белок содержится. Да? Но самое немаловажное, да, я не проговорила о том, что есть 20 незаменимых аминокислот. И 9 из них должны поступать из питания. Но не всегда мы можем получить эти 9 незаменимых аминокислот из питания. Поэтому, пожалуйста, именно в наших продуктах wellness есть те самые незаменимые аминокислоты, в которых нуждается наш организм, которые нужны нам на ежедневной основе. А клетчатка – еще один продукт, который, наверное, я думаю, недостаточно был изучен, возможно, кем-то из нас, и мы о нем мало говорили. Но когда появился в нашем портфолио еще и новый продукт, препедический напиток, да, я думаю, тогда еще больше наши партнеры начали понимать значение, для чего нам нужна клетчатка. Потому что на самом деле, вот если говорить простым языком, для чего нужна клетчатка, здоровый кишечник, здоровое настроение, хорошее настроение, да, это и есть залог вот именно клетчатки, да, насколько мы ежедневно употребляем то необходимое количество клетчатки, которое нам нужно. Да, поэтому именно клетчатка отвечает за насыщение. Именно клетчатка дает нам то, что необходимо нам на ежедневной основе. И она делится на две группы. На растворимую и нерастворимую. И вы посмотрите, пожалуйста, что именно растворимая клетчатка, она снижает уровень плохого холестерина на ежедневной основе, а нерастворимая, она стимулирует перистальтику нашего кишечника. А кишечник, как я уже сказала, а именно правильная работа нашего кишечника – это все. К сожалению, да, я читала недавно информацию, и я думаю, что многие из вас знают о чем говорят современные ученые, что современный человек, к сожалению, недостаточно употребляет клетчатки на ежедневной основе. И я думаю, это связано просто с тем, что человек не до конца понимает, насколько клетчатка помогает в работе нашего организма. И если мы говорим о том, что ученые рекомендуют 25-35 грамм на ежедневной основе, то средний человек, да, в городе употребляет порядка 50-70% от ежедневной нормы. Да, и я еще раз повторюсь, я больше чем уверена, что просто люди не до конца понимают, насколько важно и нужно
на ежедневной основе употреблять клетчатку. Ведь на самом деле клетчатка играет просто немаловажную роль. Она поддерживает здоровье нашего пищеварительного тракта. Она улучшает работу нашего пищеварительного тракта. Она нормализует, потому что за счет вот этого насыщения, которое мы получаем, да, от потребления клетчатки, она нормализует уровень глюкозы, она не повышает уровень сахара в крови. Мы не переедаем, потому что употребляем достаточное количество, мы чувствуем насыщение, когда употребляем продукты с высоким содержанием клетчатки. Мы чувствуем себя сытыми, да, и еще раз повторюсь, что 25-35 грамм – это та суточная норма продуктов, которые нужна на ежедневной основе. И если мы говорим с точки зрения того, какие же есть, какая клетчатка присутствует, какие пищевые волокна присутствуют в линейке Natural Balance, да, то вы видите на самом деле, это и шиповник, и сахарная свекла, и яблоко, которое есть и в коктейле, и в протеиновом комплексе. Если мы говорим про супы, то это курица, корень, это горошек, томат. Да. Это я просто обожаю наши супы, и я вам скажу по секрету здесь, поскольку присутствуют сейчас лидеры со многих стран мира, в Казахстане очень любят суп. Да, я сегодня не буду говорить про супы, поэтому я вам просто открою секрет супа, который просто вот, ну, взорвет продажи сейчас. Если у вас в доме только один суп, например, спаржевый суп, то приобретите себе еще томатный суп. Почему? Если вы еще никогда не пробовали два этих супа одновременно, то нужно это сделать в ближайшее время. Почему? Потому что в Казахстане этот суп называют махабат. В переводе на русский это означает любовь. А впереди у нас весна. Поэтому, если вы хотите преображения, если вы хотите любви, если вы хотите правильной работы вашего кишечника, если вы хотите правильного насыщения, да, поэтому попробуйте два этих супа, да, походу продала два супа. Ну и, наконец, батончики, да, какая клетчатка присутствует у нас, это сахарная свекла, это ягоды, это рис, это то, что на самом деле необходимо нам для того, чтобы насытить свой организм правильными пищевыми волокнами. Итак, резюмируя мое выступление, резюмируя о том, какие высококачественные продукты представлены в портфолио Reflame, я хочу еще раз напомнить, уважаемые партнеры, о том, что важно не только говорить о наших продуктах, важно употреблять и знать о том, какие свойства несет, какие положительный эффект какой дает употребление того или иного продукта. Ну и, конечно же, очень важно знать все продукты, которые представлены в нашем портфолио, и правильно их рекомендовать. Не с точки зрения, да, медицины, а с точки зрения того, что это правильный образ жизни, который помогает менять тебе, твоему окружению, твоим родным и близким. И на этой замечательной ноте я передаю слово своему следующему спикеру, коллеге, которая находится также со мной в Казахстане, в Алма-Ате, Олесе Ерзиной. Олеся? Не в Украине, а в Казахстане. Спасибо большое, Герим. Ну что ж, коллеги, всем партнеры, всем добрый день, добрый вечер. На самом деле у нас сейчас будет не менее вкусная часть. Как вы думаете, о чем сейчас мы будем с вами говорить? Цепляйтесь за слово «вкусное». Есть ли какие-то предположения, давайте немного поговорим в комментариях, пишите в чате, о чем сейчас пойдет речь. Так, какие есть предложения? Рецепты. Неплохая тема, да, но тем не менее, батончики. Батончики. В общем, самое вкусное для вас – это батончики, да? Так, батончики, коктейли о супе. Так, о красоте. Коктейли, коктейли. Ну что ж, партнеры, да, многие из вас были абсолютно правы. Сейчас мы поговорим с вами о нашем, пожалуй, самом легендарном продукте, который есть в всей линейке Wellness. Это, конечно же, наши протеиновые коктейли. Коктейли Natural Balance. И здесь, на самом деле, огромное количество поводов, да, для гордости, потому что, как изначально сказала моя коллега Бегаим, наши коктейли были разработаны не как коммерческий продукт изначально, да, формула была разработана, все-таки Stixten создавала для своих пациентов, которые нуждались в особом питании после сложных операций, да, для того, чтобы лучше восстанавливаться. И, конечно же, это только сбалансированные ингредиенты, количество белка, количество клетчатки, да, все это, нормы количества, все это есть в нашем коктейле. Продается более чем в 40 странах, это один тоже из главных факторов гордости, да, это говорит о том, что продукт знают все. Представьте, да, не только мы в рамках СНГ, да, но действительно по всему миру, и не удивляйтесь, если вы будете путешествовать где-то,
и узнаете, что люди тоже употребляют наши коктейли. На самом деле коктейли продаются в огромном количестве стран. Ну и еще один факт, который подтверждает то, что наши коктейли невероятно популярны и невероятно любимы многими, это, конечно же, что коктейли продаются каждые 3 секунды и даже чаще. В мире потребляется, да, одна порция коктейля Natural Balance. Итак, ну что ж, двигаемся дальше. Конечно же, есть особенности нашего коктейля, и первый из них – это 3 вкуса, 3 уникальных вкуса – это клубника, шоколад и ваниль. Партнеры, которые с нами буквально недавно, да, я знаю, что есть среди нас партнеры, которые достаточно давно в компании, которые достаточно давно употребляют коктейль Natural Balance, но скажите, пожалуйста, есть ли у вас предположение о том, какой вкус коктейля один из самых популярных в мире? Если среди нас есть старички, кто знает, давайте все-таки дадим немножечко ответить нашим новичкам, это очень интересно. Так, шоколад, клубника, ваниль. Что же больше? Какие же ответы будут больше? Ванилька, смешанные. Отлично, смешанный вариант, очень крутой. Шоколад, клубника, ваниль. Ну, в общем, ответы на самом деле разнообразные, но да, на первом месте это все-таки вкус клубники, да, это самый популярный коктейль, это самый популярный вкус. Я думаю, что в принципе, не зря, да, у меня тоже есть коктейль, и он клубничный, потому что мне очень нравится сам вкус. В принципе, ванилька тоже достаточно вкусно, он такой немножечко, возможно, нейтральный, да, ну и шоколад, если честно, мне напоминает немножко мороженое. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас такие ассоциации, потому что, когда впервые, особенно если это ты делаешь таким холодным молоком, то вкус мороженого очень даже. Вот. Ну, конечно же, здесь мы обращаем внимание на то, что какое количество белка содержится. И кто-то задавал этот вопрос в чате, попросила немножечко терпения, да, потому что про это мы с вами тоже будем говорить. 6,7 или 7,1 грамм белка содержится в коктейле. 70 и всего лишь, вот так я скажу, всего лишь 70 калорий на одну порцию. Это просто, ну, не знаю, что-то волшебное, да, особенно для тех, кто считает калории. Да, это действительно очень-очень важно. Не менее важно то, что в нашем коктейле содержатся именно медленно усваиваемые углеводы. Да, как известно, такие углеводы, они растворяются в теле намного больше, они дают больше энергии. И если вы, например, выпьете такой коктейль в качестве перекуса, да, между обедом, например, и ужином, то вам, в принципе, долго даже, возможно, не захочется кушать, да, и вы не будете чувствовать вот эту вялость. Особенно, если честно, это актуально во время обеда. Я думаю, что офисные люди меня поймут, когда в обед мы накушаемся, да, очень много всего, возможно, даже неполезного, и после этого мы начинаем хотеть сильно спать. Вот сидишь и думаешь, боже, поскорее бы домой, да, поскорее бы лечь спать и так далее. На самом деле это все потому, что мы едим не совсем здоровую пищу, да, ну, чаще всего, и все-таки это быстро усваиваемые углеводы, которые просто растворились в нашем теле, дали нам немножечко энергии, а потом все, энергии нет, она от нас ушла, и поэтому организму нужны все-таки медленно усваиваемые углеводы для того, чтобы мы могли, так скажем, больше оставаться более активными. Ну и, конечно же, 1,6 и 1,8 грамма клетчатки содержится в наших коктейлях. Когда заканчиваются коктейли, очень не хватает. Да, абсолютно согласна. Немного информации. В принципе, наша компания всегда преследует такую философию, как прозрачная упаковка, прозрачность упаковки. Это не про то, что материал упаковки сделан из какой-то прозрачной ткани, да, так скажем, нет. Про то, что всю информацию вы действительно можете найти на наших коробках. И это очень удобно, потому что не всегда под рукой у нас есть сайт, не всегда под рукой у нас есть наши книжечки Wellness, да, где можно посмотреть какую-то информацию более подробную. Ничего этого не нужно, все, что вам нужно, это упаковочка, потому что здесь как раз-таки все написано. Это, конечно же, и количество порции, сам вкус, где разработан коктейль, из каких белков и какую клетчатку он содержит, да, это все очень важно, это, так скажем, более задаваемые вопросы, и ответы на них вы можете найти на коробке. Также есть, что наш продукт не содержит ГМО, это тоже максимально важно, да, не содержит глютен, потому что, как известно, глютеновая аллергия, да, одна из самых популярных, поэтому для очень многих важно, что не содержится глютен. Ну, еще один факт, который бы я хотела с вами обсудить немного подробнее, это халяль-совместимая формула, сертификат халяль-совместимой формулы, да, то есть есть разница между халяль-совместимой формулой и сертификатом халяль. Здесь нужно
предельно четко понимать, да, что такое халяль-совместимая формула, которая есть у наших коктейлей. Это о том, что сырье, как минимум, которое используется, да, в наших коктейлях, как минимум не содержит свинины. Но так называемая производственная площадка, которая может, да, точнее, которая делает для нас это сырье, она может иметь халяльный сертификат, а может и не иметь. Да? Если мы говорим конкретно про сам халяль-сертификат, то это говорит о том, что и сырье, и производственная площадка имеют халяль-сертификат. То есть разница только в этом. Надеюсь, что объяснила максимально понятно. Да? Халяль-совместимая формула говорит о том, что сырье, как, возможно, да, точнее, как минимум, не содержит свинины, сама площадка может иметь, может не иметь этот сертификат. В принципе, разница только в этом. И это тоже очень важно четко объяснять абсолютно каждому партнеру. Ну и, конечно же, вы видите, да, что по нормам ЕСА, да, это Европейское агентство по безопасности продуктов питания, наши коктейли считаются с высоким содержанием белка и с высоким содержанием пищевых волокон или клетчатка, как мы ее называем, по-другому. Итак, ну что ж, двигаемся дальше. На самом деле все, что вам нужно для того, чтобы сделать коктейль, это максимально просто. Все, что вам будет необходимо, это шейкер. Кстати, обновленный шейкер просто класс, мне он очень нравится. Это сам коктейль. И знаете, в качестве примера лично я сейчас стараюсь использовать вот такое вот молоко, здоровое меню, потому что я лично слежу, да, за калориями, которые употребляю. И, например, мне очень нравится, что это 1% молоко, всего 45 калорий, да, и так как я калории считаю, я все-таки стараюсь использовать вот такое вот молоко. Скажите, это предельно просто. Взять вот такой вот с собой шейкер, а еще с условием того, что у него есть специальный отдел, да, под коктейль, не знаю, налить сюда немного молока, и в любой момент, где бы вы ни находились, все, что вам нужно сделать, это просто немножечко потрясти, взболтать, и вы тут же получите очень вкусный и очень здоровый, самое главное, перекус. Это намного лучше, чем если вы, не знаю, купите себе шоколадку, какой-то пирожок, да, ну, или вода, да, здесь уже кому как удобно. Вот, это намного полезнее и на самом деле намного сытнее. По поводу замены еды сразу хочу сказать, что наш продукт не ассоциируется, и мы нигде не говорим, что коктейли полностью заменяют еду. Нет, наши коктейли – это здоровый, приятный перекус. Но полностью заменять еду коктейлем, ну, на самом деле невозможно, да, все-таки нам нужны и другие ингредиенты, которые мы получаем из нашей еды, которой питаемся. Ну и приготовила для вас достаточно простой такой рецепт. Йогуртово-ягодная радость. Вы видите сейчас его на своем экране. Опять-таки, все, что вам понадобится, это клубничный коктейль. Это 150 мл натурального несладкого йогурта и всего лишь 30 грамм. Ну, свежих ягод сейчас вряд ли мы где-то найдем, да? Но замороженные ягоды, по крайней мере, у меня в морозилке всегда имеются. Все это смешиваем, я имею в виду клубничный коктейль и йогурт. Можно это делать в блендере, дать ему немножечко охладиться, если молоко было слегка теплым, да, и украсить это все ягодами. И подать это в качестве очень вкусного перекуса. Как вы видите, перекус может быть не только полезным, не только вкусным, но еще безумно красивым. По крайней мере, эта картинка вызывает у меня просто небывалый аппетит. И все достаточно просто, абсолютно просто. Не нужно делать каких-то, не знаю, сложных манипуляций для того, чтобы сделать такой йогурт для своих детей, да, либо в качестве перекуса для своего мужа. И вы будете точно спокойны за то, что перекус был полезным. Ваша совесть чиста, как говорится. Вот. Конечно же, у нас есть самые часто задаваемые вопросы. Мы вынесли их отдельно на слайд, но, партнеры, хочу сказать сразу, да, что все вопросы я озвучивать не буду, потому что, как и сказала моя коллега Анастасия, да, вы сможете получить ссылку на презентацию в том числе. И главный плюс этой презентации в том, что в подстрочниках есть ответы, да, на самые более популярные вопросы. Вот, например, с какого возраста можно употреблять коктейли? Да, в рамках законодательства РФ, в рамках законодательства РК мы рекомендуем употреблять такие коктейли с 18 лет. Конечно же, самые популярные вопросы о том, что если у меня аллергия, непереносимость, можно ли использовать, можно ли употреблять коктейли Natural Balance? Здесь, конечно, нужно быть крайне аккуратными. Я думаю, что все мы взрослые, образованные люди и знаем о том, что у человека может быть индивидуальная непереносимость на какой-то из ингредиентов, потому что Айгерим, да, в своем выступлении сказала, что у нас есть три вида белка, это молоко, это горох, да, точнее, сыворотка, это горох и яйца, да, и
если вдруг есть у кого-то индивидуальная непереносимость на эти ингредиенты, то возможно. Поэтому лучше сначала проконсультироваться с врачом, конечно же. Тот же самый ответ можно отнести к вопросу, можно ли употреблять коктейли во время беременности и лактации. Здесь партнеры тоже подходим максимально аккуратно, потому что вы берете ответственность не только за человека, да, который вам задает этот вопрос, вы берете ответственность еще и за второго человека, да, так скажем, который находится внутри, и если вам этот коктейль когда-то подходил, когда вы были в этом прекрасном положении, да, то просто не факт, поймите, что просто не факт, что этот коктейль может подойти и другому человеку в том числе. Поэтому давайте будем максимально, так скажем, экспертными в этом плане, и лучше, конечно же, консультироваться с врачом во время такого прекрасного периода, как беременность. Вот, не берите на себя, так скажем, лишнюю ответственность, это никому не нужно. Ну и, конечно же, еще один продукт, который лично я считаю очень недооценен многими нашими партнерами, да, в том числе, да, что уж там, так скажем, темнить, да, возможно, и нами, протеиновый комплекс. Протеиновый комплекс – это просто чудо, не знаю, какое-то, да, которое было изобретено тоже нашим Стигом Стеном, потому что конкретно в протеиновом комплексе содержится оригинальная формула, которая была им изобретена. И самое главное, что здесь можно отметить, да, во-первых, что это тоже высококачественное питание, что здесь тоже содержится достаточно большое количество белка и клетчатки, но вот прям большими буквами выделено, и это огромное преимущество, что у нашего протеинового комплекса нейтральный вкус. К чему это? Не знаю, как у вас, лично у нас в Казахстане задают очень часто вопросы, а когда выйдет еще вкус, а когда вы будете разнообразить вкусы, да, и так далее. То есть клубника, ваниль, шоколад, многим уже мало, хотим что-то новое. И мы всегда с Айгерим предлагаем попробовать протеиновый комплекс. Из-за того, что он имеет нейтральный вкус, вы можете сделать вкус коктейля. Не знаю, использовать его куда угодно, да, абсолютно любым. Но захотели вы банановый протеиновый комплекс, да, банановый коктейль. Вы взяли протеиновый комплекс, взяли ложку молока, да, определенное количество молока, добавили туда же в блендер банан, натуральный банан, и вы получите абсолютно новый вкус. То есть преимущество в том, что можно его разнообразить абсолютно разными ягодами, абсолютно разными фруктами, и вы получите третий, четвертый, а то и пятый вкус, то есть будьте сами себе поваром, разнообразьте сами, как хотите. Ну и, конечно же, главное преимущество и, в принципе, отличие, да, так скажем, этого комплекса в том, что он универсальный, абсолютно универсальный. Его можно смешивать как с едой, так и с напитками. Я знаю, что с нашими коктейлями очень многие партнеры делают десерты, да, с протеиновым комплексом можно даже готовить блинчики. Вот если вы сомневаетесь, попробуйте, мой личный опыт. Я как-то готовила блины, и не до конца знала, как поведут себя продукты, да, как вообще блинчики получатся, поэтому я решила, ну, прям сильно не рисковать. И я заменила буквально половину порции муки обычной, да, которую я использую, на протеиновый комплекс. То есть, ну, условно, 400 грамм муки было необходимо, 200 мука, 200 протеиновый комплекс. И знаете, естественно, это никак не повлияло на вкус. Это абсолютно никак не повлияло на, так скажем, блинчики, да, которые получились такими же красивыми, такими же вкусными. Но это повлияло на то, что они стали еще и максимально полезными. Для меня это очень важно, да, потому что я готовлю не только для себя, но и для своей семьи в том числе. А можно, да, просто заменить вообще, в принципе, муку. Вот Айгерим вам подсказывает, да, как можно это сделать. Вот, ну и, конечно же, если говорить про особенности, то нейтральный вкус мы с вами отметили. 7,7 грамм белка, как и в нашем коктейле. 70 калорий порцию, это прям вообще, не знаю, номер один, да, чтобы я тоже отмечала. Те же самые медленно усваиваемые углеводы содержатся и 1,6 грамм клетчатки. Клетчатка, как уже сказала Айгерим, нам просто максимально необходима для улучшения пищеварения. А сейчас, в преддверии того, что на дворе зима, я знаю, что в России тоже достаточно холодно, да, судя по новостям. Мы все страдаем тем, что у нас нету свежих овощей, свежей зелени с грядок, да, как, возможно, мы можем это взять с лета. У нас есть все покупное, и не совсем понятно, какого оно качества. Поэтому говорить о том, что клетчатка усваивается полностью из наших сейчас овощей и фруктов, да, ну, наверное, не совсем правильно, не совсем корректно. Если мы говорим про протеиновый комплекс, то здесь 100% содержится клетчатка и содержится
полезные белки. Здесь, в принципе, по сертификатам то же самое, но здесь я бы отличила, точнее, добавила еще один сертификат, да, точнее, вы видите маркировку на упаковке, что не содержит сахара этот продукт. Именно поэтому его можно использовать абсолютно везде, абсолютно любом блюде, которое хотите использовать. Каши, творожные запеканки и так далее. Боже, у меня уже слюнки текут. Наверное, я сделаю после эфира себе обязательно коктейль. Ну и еще один рецепт, да, раз уж мы начали говорить про еду, для абсолютно превосходного завтрака, полезного завтрака, миска йогурта. Да, опять-таки, сфотографируйте обязательно этот рецепт и попробуйте просто сделать утром, потому что все рецепты проверены и сделаны нами собственно. 50 мл жидкости здесь на ваше усмотрение, вода, молоко, овсяное, обычное молоко, какое хотите. 100 мл натурального несладкого йогурта, 50 мл мюсли. Ну, в принципе, мюсли сейчас можно купить в свободном доступе абсолютно везде. Какой-то из ингредиентов, конечно, да, может показаться немножко сложным, его можно заменить, либо вообще убрать здесь уже на ваше усмотрение, как хотите. Ну и, в принципе, самое главное, что здесь есть, да, это 18 грамм, то есть одна мерная ложка протеинового комплекса. Все это смешиваете, доводите до однородного состояния, добавляете красивые мюсли, семена и так далее. Если хотите, можете предварительно для того, чтобы это все немножечко застыло, положить в холодильник, да, и получится такой достаточно охлаждающий, но при этом очень вкусный завтрак. Поэтому, партнеры, давайте будем делать такие вкусные завтраки вместе и с нашей продукцией в том числе. Ну и, конечно же, самый главный задаваемый вопрос, вы тоже их сейчас видите на экране, и, как и говорила, вы тоже сможете найти ответы абсолютно легко в нашей презентации. Например, подходит ли протеин протеиновый комплекс диабетикам, да, мы обозначали, что здесь не, в протеиновом комплексе не содержится сахар, да, но есть все-таки, например, в коктейле есть все-таки натуральные сахара, да, поэтому тоже давайте быть предельно аккуратными, не говорить 100% о том, что вы уверены, что можно, все-таки диабет это тоже, да, не совсем, так скажем, приятный недуг, лучше всегда проконсультироваться с врачом. Еще раз повторю фразу, не берите на себя ответственность за здоровье другого человека, все, что подходит вам, не факт, что подойдет другим. Поэтому, пожалуйста, вот в голове себе, да, это обязательно включите, повесьте такой якорь, да, и пусть это всегда будет с вами, потому что мы всегда в первую очередь говорим о том, что вы эксперты, вы представители нашей компании, вы наше лицо. И все, что идет от вас, значит, что идет от нашей компании. Поэтому давайте будем максимально экспертными в этом плане. Ну и небольшая сравнительная таблица. Что все-таки, чем все-таки отличаются, да, наши коктейли, наш протеиновый комплекс? Скажите, пожалуйста, напишите в чате, какое главное отличие вы для себя уяснили, так скажем, между протеиновым комплексом и между коктейлем. Какое все-таки главное отличие? Вкусы разные. Угу, окей, еще. В протеиновом комплексе нет сахара, отлично, больше белка, формула, без ароматизаторов. Ну, в принципе, это все можно сказать и про коктейль Natural Balance, да. Но, в принципе, многие отметили, что да, это нейтральный вкус, что протеиновый комплекс, в отличие от коктейля, можно добавлять, в принципе, в любое блюдо. Ну и что я хочу сказать дальше, о том, что сейчас Настя вас тоже порадует еще одной вкусной новинкой. Вот у меня уже даже открытый суп, да, есть в руках. Настя, присоединяйся, расскажи. Скажи, пожалуйста, нам много интересного о наших супах, потому что Игерим уже тоже прям заставила, не знаю, слюни бежать, да, и все-таки хочется узнать что-то новое еще и от тебя в том числе. Да, коллеги, спасибо огромное. Принимаю эстафету, что называется. И мы идем на следующую часть нашей презентации. Собственно, это завершающая часть продуктового блока сегодняшнего вебинара. И мы сейчас с вами поговорим на тему еще двух продуктов, представленных в серии Natural Balance. Это супы и батончики. Я рада, что в ваши ожидания входили и информация об этих продуктах, поэтому, в общем-то, давайте поговорим о преимуществах этого продукта. На самом деле, говоря о супах, вот у меня сохранился, дожил до сегодняшнего дня, пока еще специально не начинала, чтобы коробка была красивая, только один суп, это томатный, да, наш суп, поэтому я хочу
пару слов сказать об этом продукте. На самом деле, несмотря на то, что мы называем этот продукт супом, да, это действительно жидкий продукт, горячий продукт, но, как и другие продукты, о которых только что рассказала Олеся, это также является качественным перекусом для нас с вами. На самом деле суп дает нам возможность быстро подкрепиться, быстро восстановить силы и энергии, получить качественные, высококачественные белки, я сейчас об этом еще дополнительно скажу, и это, опять же, сбалансированные ингредиенты. Наши коллеги из Центра исследования разработок, да, вся команда Wellness, которая принимает участие в разработке продуктов, в общем-то, самое важное, что она смогла сочетать в этом продукте. Она смогла самое важное сделать, да, вот такое сочетание несочетаемого, практически оксюморон. С одной стороны, мало калорий, а с другой стороны, много белка, да, много пользы при минимуме калорий. Второй вариант оксюморона – растительный белок в том формате, который позволяет нам получать все незаменимые 9 аминокислот. И опять же, получается, что вот это белковое трио, которое присутствует в этом продукте, обеспечивает нас высококачественным белком. Да? Это сбалансированные ингредиенты, получается такой уравновешенный вкус очень. Если поспокойнее, да, такой, это, конечно же, наш спаржевый суп. Вот томатный суп я называю суп с кавказским таким акцентом, с кавказским колоритом, потому что там чувствуется перчинка, там чувствуются специи. И это вот, ну, мне кажется, что ни на есть, два варианта для нашего большого дружного региона. В общем-то, это идеальные форматы вообще с точки зрения перекусов. Перекусы могут быть разные, как вы поняли, могут быть холодного такого быстрого приготовления, могут быть горячего приготовления, как этот формат, может быть вообще добавление в любое блюдо, ну и, соответственно, еще об одном перекусе поговорим. С точки зрения нашего преимущества, да, для всех, кому нужен здоровый перекус, это вот такой формат супа, что называется, в кружке, да, для него даже не нужно, если нет возможности взять для себя какую-то тарелку, его можно развести в кружке, это очень удобно, то есть для вашего полноценного перекуса вам нужен только доступ к горячей воде. Все, ваш здоровый перекус готов. Сейчас мы поговорим о рецептах чуть позже. Да? Если мы говорим про то, какие преимущества дает нам эти два продукта. Ну, во-первых, у нас есть два вкуса, и третий, о котором сегодня говорила Айгерим. Да, вкус любви двух продуктов, они прекрасно сочетаются реально друг с другом, прекрасно дополняют, и, опять же, они как-то балансируют, я бы сказала, друг друга, даже с точки зрения вкусовых вот этих вот впечатлений. Поэтому будем говорить, что два основных, третий рукотворный вкус может быть здесь исполнен. С точки зрения белка, да, количество белка здесь в, ну, вот в разных супах, если обобщить, то можно сказать, 7 грамм белка вы однозначно получаете. Да? И при этом, как я сказала, это высококачественный белок. Какие источники белка здесь используются? Я напомню, да, что это растительный белок. Все растительные белки называют неполноценными, потому что они не включают в себя 20 аминокислот и не могут обеспечить тело человека 9 незаменимыми аминокислотами. Но наши ученые, да, wellness-категорию создали такой продукт и такой формат вот этой композиции, да, композиционно сделали так, чтобы благодаря соседству трех источников растительного белка мы в итоге получали в общем и целом сбалансированный, во-первых, по белку состав, высококачественный белок. Это определение включает в себя, это действительно научное определение. По данным ВОЗ, да, есть определенная номенклатура, которая, ну, так сказать, определяет
качество, высококачественность белка. И есть определенное значение максимум, да, которое ну, вот в международной практике оцениваются разные виды источники белка. Это значение равно единице. Так вот, если посмотреть вообще на все наши источники белка в частности, то, в общем-то, мы выбрали в рамках серии Natural Balance, что называется, самые высококачественнейшие источники белка, потому что значение вот это вот высококачественности у нас начинается от 0,89, да, это значение имеет горошек, картофель 0,93, соя 0,99 и белок яйца и сыворотки молочной, да, и молочный белок – это единица значения. В это значение входит усвоение, да, продукта, ну и вот быстрота и комфортность усвоения телом человека, насколько он быстро у нами усваивается, и, соответственно, качественность ингредиента. Вот в рамках нашего продуктового портфолио, да, говоря про супы Natural Balance, здесь у нас три, еще раз повторюсь, растительных источника белка, поэтому веганский сертификат есть. Всего лишь 69-76 калорий за один прием пищи на воде. Если мы хотим сделать этот прием более сытным, примеров сейчас может быть масса, я с вами делюсь еще одним напоминанием очень простым. Во втором каталоге у нас проходил конкурс «Готовим с Wellness21». Можете по хэштегу найти в Инстаграм эти посты. Вы увидите, насколько разнообразны форматы приготовления супов, да, изготовления из перекуса, такого, ну, что называется, основного блюда, особенно на ужин, это вообще, собственно, must have. Для меня было откровением использование микрозелени. Смотрится оригинально, но с точки зрения вот питательной ценности, ну, это просто... В общем, в ближайшее время подведем итоги, это так, к слову, но самое важное, да, качественный вариант перекуса, либо качественный вариант при... ну, небольшом количестве топпингов, правильно подобранных, да, вот этих дополнений, это еще будет качественным и легким, ну, скорее всего, ужином. Опять же, 9 незаменимых аминокислот. Очень круто. Если мы говорим про ключевую информацию, которую нужно знать, да, соответственно, нормы EFCA – это Европейское агентство по безопасности продуктов питания. Спрашивали тоже, еще раз повторяю эту аббревиатуру, также у вас эта информация будет в рамках самой презентации. Этот продукт также оценен по данным этой организации, да, как продукт с высоким содержанием белка и с высоким содержанием клетчатки. Если мы говорим, что нас может радовать в рамках нашей вот ингредиентной композиции, то нас может радовать отсутствие некоторых продуктов в составе, да, та самая чистая этикетка. Если мы говорим про чистую этикетку, то у нас не используется ГМО, генно-модифицированные организмы в составе, у нас нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов, здесь не содержится глютена, и здесь используются только натуральные ингредиенты. С точки зрения сертификации, да, этот продукт один из двух продуктов, имеющих у нас сертификат веганского общества. Порции, да, граммаж этого продукта у нас рассчитан на 21 прием. Точно так же используем либо мерную ложку, либо большую ложку с горкой. Готовится очень просто. И, соответственно, здесь вы можете варьировать его плотность, его жидкость, да, это все зависит от вас. Вопрос от Светланы сразу отвечу, подходит ли для пациентов на гемодиализе. Коллеги, важно запомнить одну простую вещь, да, очень актуальную для всех наших продуктов. Когда есть определенное заболевание, вы можете здесь подставлять любое, да, гемодиализ, там, я не знаю, какая-то недостаточность, какие-то проблемы или наличие таких, как это называется, это заболевание, хронических заболеваний, любые онкозаболевания,
все, что связано с заболеваниями, вы даете компонентный состав человеку, который желает приобретать, использовать этот продукт в рамках своей, ну, сбалансированного питания, так или не иначе, и он проводит консультацию с врачом, можно или не можно. Еще раз, коллеги, подчеркиваем тот факт и важность понимания ответственности, которую вы несете. В рамках моего разговора с Дарьей Долецкой на тему, да, вот этого, ну, варианта дать, пусть пробуют, либо порекомендовать при наличии каких-либо заболеваний, вот здесь вы четко должны одну вещь понимать. Мне очень понравился ответ Дарьи, очень короткий и простой. Да? Врач – это тот человек, который наблюдает человека и который несет ответственность как за данные назначения, так он может взять ответственность и принимать меры в случае, если наступает какой-то негативный вариант развития событий. Вот если вы готовы брать на себя ответственность за возможные последствия, да, если человек, возможно, вам назвал только лишь название заболевания, но не сказал о том, какие ограничения у него есть. Скорее всего, он знает, но может там не договаривать, не до умалчивать и так далее и тому подобное. Никакие варианты узнавания, а можно или нельзя, да, этот продукт в чатах, я не знаю, у соседей, у лидеров, очень важно вести грамотную, корректную коммуникацию с пониманием своей зоны ответственности. Наша зона ответственности – рассказать про продукт, если есть вопросы, порекомендовать обратиться с компонентным составом к наблюдающему врачу, который видит человека регулярно, видит его анализы, видит его анамнез, как протекает, как, ну, в ремиссию уходит и так далее и тому подобное. Только так. И никак иначе. Да? Это всегда. Это основа нашей грамотной работы и залог нашего дальнейшего роста с вами. Наша корректная коммуникация продукта. Итак, на этот вопрос я ответила. На слайде вы видите рецепт вот как раз-таки уже такого полноценного, растительного, красивого ужина. Сделайте так, чтобы ваше питание с точки зрения белковой составляющей было не только полноценным на ежедневной основе, получали вы суточную норму, но чтобы вы получали эту норму, а, играючи и максимально разнообразно, да, чтобы вы не смотрели, я не знаю, на очередную порцию там кусочка мяса и не думали, ну, боже мой, ну, придется съесть, чтобы все-таки получить, да, этот белок. Нет, вот наши продукты и возможность, кстати, их вот этого трансформации, да, из перекуса в основное блюдо обеспечивают нам огромные варианты вообще применения. Кстати, я знаю рецепты с использованием вот в данном случае супа томатного как основу для, ну, вот как специи, да, в которых запекается мясо. Это может быть основой для соусов. Так что не думайте, что это лишь как основное блюдо и перекус. Очень много вариантов рецептов есть. И переходя, опять же, к вопросам, да, на основной вопрос я ответила, все, что связано с лечением, это к врачу из рекомендаций врача. Если мы говорим, вот, кстати, были вопросы с точки зрения, можно ли похудеть или набрать вес, по поводу похудеть я ответила, да, что, собственно, так как это перекусы, похудеть только лишь жуя наши продукты невозможно, нужно еще и участвовать в этом процессе целиком и полностью. Я имею в виду человек, то есть здесь важно менять свою систему питания качественного, менять свою систему физических нагрузок, отдыха, воды в целом, да, двигать телом, как пишет Люба, реально, да, двигать телом в прямом и переносном смысле, тогда результат будет. С точки зрения набора веса, здесь все очень, ну, собственно, индивидуально, поэтому каких-либо четких рекомендаций по набору веса мы не даем. Очень важно понимать, что если есть недобор веса, то он какой, наблюдался ли человек у врача, проходил ли он анализы, что показывают анализы. Здесь может быть просто вопрос именно в гормональном каком-то дисбалансе, и тогда его нужно будет восстанавливать, а не только корректировать питанием. Если же только питанием, то тоже здесь важно подключать физику, да, это занятие в тренажерном зале, чтобы наращивать мышцами.
Так, дальше Елена пишет свой отзыв, что восстановилась после онкологии. Я искренне рада за вас, но очень важно понимать, что здесь четкое разграничение личного опыта и личной ответственности и той рекомендации, которую вы даете как представители бренда другому человеку. И если эта рекомендация основана на вашем личном опыте, вы должны четко понимать, что вы берете ответственность еще и за другого человека. Спорить о том, что белок важен, я не буду, это действительно аксиома, но важно понимать, какой белок, какая проблема и как она решается с точки зрения, возможно, медикаментозной поддержки и есть ли здесь какие-то ограничения. Поэтому только через консультацию с врачом и вот в таком формат официальной рекомендации продукта. Так, идем дальше, да? Идем дальше, переходим на, опять же, ну, для меня это реально, как сказать, продукт тоже оксюморон, полезное сладкое. Для меня, как для сладкоежки, это классный вариант вообще, ну, вот, поживиться чем-нибудь сладеньким, когда очень хочется. С удовольствием представляю вам наш обновленный батончик в серии Natural Balance. Это батончик с ягодами Natural Balance. Создан, так сказать, по нашим комментариям, с учетом наших пожеланий и с учетом обновления формулы в сторону ее усиления. Поэтому, если говорить о ключевых ингредиентах этой продукции, здесь важно отметить, насколько этот продукт продуман, да, с точки зрения ингредиентного состава. Это тот вариант перекуса, который можно использовать всегда, всюду, помещается даже в самую маленькую сумочку и дает максимальный эффект, вот как для тела, так и для души, я бы сказала, да. Что здесь важно? Обратите внимание, да, вот я сейчас покажу начатый мной сегодня батончик, но чтобы те, кто еще не пробовал, увидел, как это выглядит в натуральную величину, да. Батончик выглядит, он имеет такой приятный цвет топленого молока, и это тот продукт, который совмещает в себе максимум пользы при вот такой приятной сладости. Реально сытный. Почему? Потому что здесь 10,5 грамм белка на один батончик, да? То есть с точки зрения порции и граммажа белка, это самый, ну, большой вариант получения белка за одну порцию. Это 5,6 грамм пищевых волокон, это 4 вида ягод. Да? Очень вкусный он за счет этого, есть и сладкий, есть и, соответственно, ну, такая приятная кислинка от клюквы. Это 115 килокалорий за одну порцию. С точки зрения перекуса, калорий чуть больше, чем других наших продуктов, но с точки зрения вот этого батончика, да, как вариант сладкого снека, это минимальный, я бы сказала, калораж для такого продукта. И это снова 9 незаменимых аминокислот. Приоткрою тайну, да, скоро нас ждет дополнение в этом блоке. У нас появятся шоколадные батончики, но об этом мы расскажем чуть позже. Так что очень ждем, мы их тоже очень ждем, и на 100% уверена, что они нас порадуют своими вкусовыми качествами. Очень похож этот батончик, ну, на мой взгляд, на нугу с такими хрустящими вкраплениями, потому что там есть еще и воздушный рис, да, хлопья воздушного риса. Он и мягкий, и с хрустинкой одновременно. Что мы здесь подчеркиваем? Опять же, смотрите, у всех продуктов серии Natural Balance высокий нормы EFSA, да, Европейского агентства по безопасности продуктов питания, белок, пищевые волокна. Мы рекомендуем их есть в формате перекуса. Здесь точно так же наблюдается всякое отсутствие любого присутствия ГМО, различных искусственных улучшителей вкуса. Нет глютена, натуральные ингредиенты. И, в общем-то, это максимально полезный продукт. В рамках одной упаковки у нас 7 вот таких батончиков прекрасно вмещаются, да. Скажу по себе,
Никогда не ем полностью один батончик, вот хватает либо одной трети, либо половинки. И, в общем-то, очень приятное такое дополнение как к чаю, так и в варианте взять с собой в перекус. Ждем шоколадное. Я надеюсь, что для вас это приятная такая новость была. И если говорить про вопросы, да, все, что связано точно так же с заболеваниями, либо периодом беременности и кормления грудью, рекомендуем проконсультироваться с наблюдающим врачом. Сколько протеиновых батончиков можно съедать за день? Мы рекомендуем 1-2 батончика в день. Почему такая рекомендация? Потому что мы понимаем, что первое, это перекус, это не замена питания, да, мы должны еще питаться полноценно. Этот момент. Второй момент, что мы встраиваем батончики в ту систему питания, которая у нас есть, и, скорее всего, так как этот продукт появился у нас недавно, я на 100% могу сказать, что в вашем базовых таких привычках уже в крови, можно сказать, если так можно сказать, да, уже встроено использование, например, либо коктейля, либо супа и коктейля. И так как продукты имеют в составе пищевые волокна, здесь важно, чтобы вашему кишечнику было комфортно, поэтому, конечно же, переедать не стоит. И на тему вот этого правильного соотношения пищевых волокон по рекомендациям в странах СНГ это не более 8 грамм в сутки, да, вот при таком соединении где-то порция коктейля, порция супа или там пара порций супа плюс 2 батончика, соответственно, вы получаете вот эту норму, чувствуете себя комфортно, при этом еще и грамотно питаетесь в основные приемы пищи. Вот такая рекомендация. Так, соответственно, я ответила на предыдущий вопрос, могу ли я употреблять батончики с другими продуктами wellness. Конечно же, да. Все, что создано в рамках нашего портфолио wellness, оно, знаете, как пазлы. Оно с друг другом очень хорошо сочетается, очень быстро соединяется и очень быстро входит в привычку. Протеиновые батончики... Скидки были. Смотрите, чтобы получить скидку, вам просто нужно оформить подписку, да, и тогда будет вариант скидки. У нас есть крутые предложения в рамках, вообще только в Wellness есть такой вариант предложения, либо предложение набора, да, точнее, количество, да, вот тех возможных способов приобретения продукта есть только в Wellness. Есть вариант купить продукт в рамках любого каталога, они всегда присутствуют в нашем портфолио в любом каталоге, купить продукт, оформив его по программе Wellness Постоянный клиент, это подписка на единичные продукты, список можно посмотреть в каждой стране отдельно, и купить продукты, что называется Hero Sets, да, это наши наборы Life Plus. Также об этом будем говорить в рамках нашего тренинга Wellness Business, поэтому вот здесь возможности у нас максимум с wellness в прямом и переносном смысле, как для тела, так и для нашего кошелька открывается на 100%. Батончиков нет в подписке, действительно, их можно купить только в рамках самостоятельного такого покупки. Объясню почему. Потому что в подписку у нас входят те продукты, которые рассчитаны на каталог, да, 21 день привязанный к каталогу, потому что подписка проходит циклически с точки зрения этого. Я про варианты покупки продуктов говорю в целом, про наши ключевые, так сказать, продукты. Детям на ваше усмотрение все продукты Natural Balance, за исключением супа, они зарегистрированы как БАДы и рекомендуются в наших странах с 18 лет официально. Суп зарегистрирован как продукт питания и может рекомендоваться, начиная с 3-4 лет, да, тоже так же официально. И, соответственно, далее использование для детей – это ваше личное усмотрение как родителей. Единственный момент, на что бы я обратила внимание, вот по поводу этого вопроса, будьте аккуратны с этими продуктами, с детьми, потому что есть вариант перекоса,
знаете, во что? В то, что ребенок ничего не ест, он у меня, малоежка, избирательный, едок и далее по тексту, можно сказать. И мы начинаем ему давать эти продукты, ну, дабы он получал хоть что-то полезное. Но вот, чтобы не заиграться в это, важно все-таки понимать свою ответственность как родителей в привитии правильных привычек, в принципе, с детства, и все-таки использовать эти продукты как вариант, знаете, ну, вот в экстренных случаях, а не как базу для питания ребенка. Вот, сейчас еще смотрю вопросы, которые у нас тут есть. В принципе, мои коллеги уже ответили на них. 9 незаменимых кислот, соответственно, 8, они есть в прямом доступе всегда, я сейчас их не буду перечислять. Единственный формат, почему мы говорим 9, потому что на самом деле мы, как европейская компания, мы следим за теми разработками и теми научными исследованиями, которые проводят коллеги, соответственно, и в рамках все-таки научного сообщества передового и в регионе СНГ, и в Европе, и в мире в целом, уже говорят про 9 аминокислот. Почему? Потому что аминокислота, коллеги, у меня сейчас выпало ее название, сейчас вспомню, скажу обязательно, она была изначально в нашей системе координат, она называется как незаменимая кислота для детей только, да, а для взрослых она числится заменимой, но вот в рамках уже европейского сообщества ее признали незаменимой для всех, и для детей, и для взрослых. Сейчас вспомню, сейчас дайте мне чуть времени, и я вам выдам эту информацию. Вот, так, слайды презентации. Дублирую вам ссылочку на слайды презентации. Буквально 3 секунды. Они уже выложены на Google диске, но еще общую коммуникацию по данному тренингу, по ссылке на запись, по всем материалам вы получите завтра в рамках коммуникации в наших официальных каналах. О каких каналах идет речь? Это либо наш канал Wellness and Skincare Chat, есть у нас также канал Oriflame Product и есть у нас канал, так, кинула ссылку или не прошла она? Да, кинула вроде бы. И также есть у нас канал Oriflame Business. В рамках наших инстаграм-аккаунтов, как локальных, так и региональных, Oriflame Wellness CIS, будут выложены анонсы последующих мероприятий. Ну и, соответственно, вот ключевая информация по текущему тренингу будет дана в рамках все-таки телеграма и дополнительного анонса категорийного. Так, еще раз напоминаю, что сегодня мы отвечаем на вопросы по текущим продуктам, все остальное готовьтесь к следующему вебинару. В рамках этой презентации обратите внимание, как грамотно она создана, особенно для вас в дальнейшем, когда вы будете уже в роли спикеров выступать, обязательно уточните у своих участников вебинара, сделайте небольшой тест, да, вот мы в рамках сегодняшнего нашего вебинара с коллегами проводили такие, знаете, опросы, что называется, здесь и сейчас, но если вы будете вести это полным блоком, сначала выдавая информацию, потом беря обратную связь, то пройдитесь по вот этим двум вопросам для того, чтобы понять, насколько вас поняли и насколько вы правильно донесли информацию. Да? Соответственно, здесь акцент на повторить, сколько наименований продуктов для здорового питания предлагает компания Oriflame, как мы их называем, да, вот сейчас, если вспомнить, то мы, в принципе, говорили сегодня о каких продуктах? Коктейли, протеиновый комплекс, супы и батончики. Это все серия Natural Balance. Вот ее можно запомнить так. Да, Любовь Терентьева просто выдает сразу информацию по количеству продуктов в портфолио. Да, сейчас назову. Какие основные выводы из услышанного о коктейле Natural Balance вы рассказали бы потенциальному потребителю? Давайте вот буквально вы сейчас в чате минуту отвечаете на этот вопрос, а я возвращаюсь к вам с информацией о гистидин. Вот. Не возвращаюсь, уже вернулась к вам с информацией о той аминокислоте, которая у нас
входит в число, ну вот, девятый незаменимый гистидин. Это аминокислота, которая, вот еще раз повторюсь, в рамках, вот если зайти в любой поисковик и набрать незаменимые аминокислоты, вам выдаст 8, да, и далее там будут две аминокислоты, которые будут называться полунезаменимыми, потому что они уходят в разряд незаменимых для детей. Так вот, гистидин в нашем, что в нашей системе координат, это также незаменимая аминокислота. Все остальное вы найдете самостоятельно. Вот, вот это мне важно было до вас донести. Так, идем дальше. Разбалансированный состав по растительным и животным белкам. Да, то есть есть выбор. Кто что хочет, тому тот вариант перекуса и предложим. Так, коктейль содержит незаменимые аминокислоты. Супер, да, важно. Сбалансированный аминокислотный профиль, да. Вкусный полезный перекус. Супер, вот, вот что главное. И супер полезный вкусный перекус с возможностью трансформации в смузи, в десерты, не знаю, в какие-то напитки, в какое-то желейное производство. Вот этого сейчас очень много. Поэтому не содержит добавленного сахара, качественный белок трех видов. Супер! Вот. Спасибо огромное за вашу обратную связь. Чувствуется, что сегодня наша тема зашла вот в правильном формате. Итак, коллеги, завершая наш тренинг, я хочу сделать небольшой анонс следующего тренинга, второго вебинара нашего регионального обучения. Региональный тренинг Академия Wellness, продукты Wellness, второй вебинар мы проведем для вас 24 февраля. Это будет среда, неожиданно, но в некоторых странах нашего большого региона 23-й – это выходной день, поэтому мы все отдыхаем, поздравляем своих мужчин, а 24-го собираемся все вместе на этот вебинар и говорим уже о следующих представителях нашего портфолио, о витаминно-минеральных комплексах. Вместе с вами этот вебинар проведут Ольга Воробьева, Ирина Крицкая, Лариса Стратова и Нарине Бадалян. Шикарный, такой же классный спикерский состав. Не забудьте, мы все анонсы вам вышлем, вышлем приглашения. Приходите сами, приглашайте своих клиентов, новичков, вообще ваши структуры, прокачивайтесь сами и ждите ссылки на тест. Вебинаров всего в рамках вот этого регионального обучения будет 9, но тренинг «Продукты Wellness» заключен в трех вебинарах третьего каталога. А дальше мы переходим на тему wellness-бизнес и wellness-сессии. В общем, такая качественная многогранная прокачка нас ждет в течение ближайших трех каталогов. А всем огромное спасибо за вашу работу, за ваше участие. До новых встреч, следите за анонсами. Завтра всю информацию выложим в наши региональные чаты. Пока-пока, до новых встреч!